Как изменился женский образ за 100 лет? В дворце Гавирия в Мадриде при поддержке National Geographic открылась выставка «Женщины. Век перемен». Она рассказывает, как менялись женщины с момента основания географического издания в 1888 году. Подборка подготовлена фотожурналистом и графическим редактором газеты «El País» Марисой Флорес. Это фотографии, которые передают реальность, силу, правду жизни. Они простые и понятные. Это основа истории, которую я пыталась рассказать с помощью этой подборки фотографий. Она показывает, как женщина смеется, как она плачет, как она живет. Выставка должна передать, как все это изменилось. 45 фотографий, взятых из коллекции National Geographic, охватывают 9 десятилетий и представляют собой множество стран. 45 вдохновляющих, трогательных и необычных историй женщин, которые бросили вызов себе и обществу, преодолели невзгоды и открыли новые пути благодаря своей силе, мудрости, любви, надежде и красоте. «Женщины. Век перемен» в Мадриде до 31 мая.